Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Октябрьский Радищевского района установили к 30-летию Победы. Но с течением времени монумент частично разрушился, сквер вокруг запустел. Новую жизнь вместо отдыха вдохнули в этом году. Началось благоустройство. В общественном пространстве положили плитку, установили лавочки. Сами сельчане охотно помогали. Выходили и памятник красить, и деревья обрезать, и территорию убирать. Во всем поддерживают, принимают участие в субботниках, во всех, как говорится, просьбах, которые идут со стороны администрации, местное население ни в чем не отказывается. Поэтому, конечно, хочется также сказать большое спасибо населению. Работы по благоустройству выполняли в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В следующем году возле монумента установят две гранитные плиты с именами погибших воинов, заасфальтируют прилегающую территорию и проложат тротуар к центральной дороге. Сквер – не единственное изменение, грядущее в Октябрьском, в плане ремонт дорог населенного пункта. Общая сумма порядка 20 с лишним миллионов рублей. Вот, я думаю, что жители поселка Октябрьск уже в следующем году все это смогут увидеть, вот, и пользоваться этими благами. В этом году в Радищевском районе в рамках комплексного развития сельских территорий реализуется 11 проектов. Общая сумма их бюджета составила более 8 миллионов рублей. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости Ол Правда ТВ из Радищевского района.